Костя, салам алейкум. Желудков Костя, друг мой. Тебе привет из Кыргызстана. Сейчас с моим товарищем решили от санатория города Кочкарата съездить на базар, найти что перекусить, может что-нибудь вкусненькое будет. Поэтому сейчас вот мы с территории санатория выходим, ну и походу буду снимать видео, как все это будет происходить, передвижение, ну и так далее. В общем, лично для тебя, для твоего ознакомления, как вообще жизнь здесь у нас проходит, происходит. Костя, мы находимся на входе на базар города Кочкараты. Между прочим, этот город раньше поселок был. Городообразующее предприятие Кыргызнефтегаз. Единственное у нас в Киргизии. Смотри, Костя. Какие красивые. Какие крысочки. В прошлом году столько много яблок уродилось. Смотри, до сих пор продает. Уже апрель месяц. Вот топленое масло. Вот топленое масло. Это производное от молока. А это дно вот этого на днище. Когда топят ее, получается. Чего его называют? Смотри, какой баран курдючный. Килограмм, килограмм 5, не меньше, по-моему, да? А? Меньше 5? Вещевая часть рынка. Здесь мясо. Сейчас смотри. Кстати, вот куроты. Разные виды. Вот острый должен быть. Вот мед, молоко. Смотри, какой красивый. Седана, кунжут. Это вот кишмиш. Смотри, у нас уже редиска с Узбекистана появилась. Чеснок свежий, капуста свежая. Огурцы, помидоры тоже с Узбекистана. Смотри, у нас на рынке обменка. Вот так вот. Курс какой, смотри, 1.12. Костя, смотри, это настоящий тандыр. Как здесь пекут. Заготавливают все, видишь, как красиво. Я вот сейчас постараюсь тебе немного снять. Что-то будет происходить. Видно, нет, не знаю, пока, по крайней мере. Смотри на выходе, как получается. Красиво, да? Вот так вот. Остыло. С собой забирает. Смотри, какая одежда. Это с подштанниками. Такие красивенькие, видишь? Цвет какой. В большей степени у нас узбечки такие носят. Киргизские тоже носят, но смотри как. Такая местная мода наша. Красивая. Это вот, чтобы можно было все закрыть. Нижнюю часть тела женщины. Вот, соответственно, когда она в быту работает, естественно, все закрыто. Поэтому невозможно увидеть стринги, поэтому вот такие вот, такую одежду носят наши. Строительный магазин, амбар, ангар. Видишь как? Цемент. Все, что нужно для дома, в принципе, все есть. Тачки. Кому что нужно, на рынке находишь. Исправляем. Кстати, вон. Твоя тоже слабость, видишь? Очок у нас называется. Очок разного размера. С казанами, с крышками. Анчадам, кишнегелер? А, казаны че?
Вот турезу крышка за. Учок 2200, а если на рубли, это 2 рубля. 400 рублей сама крышка стоит, сомов. На рубли будет 350 где-то. И казан вот этот вот стоит 1700, это будет примерно 1500 рублей. Твоя слабость, кстати. С труб херачит наши. В советское время были под пиво, под квас бачки. Цистерна 900 литровая. Видишь, они, видимо, самодельно это все сделали. Квас местный. Здесь я не знаю, сколько литров. А, кстати, я понял. Это 200 литровые. Из нее, видишь, сделали квас. Все придумали на продажу с упаковкой. Вот так вот он выглядит. Грецкий орех. Хотя там было, да? 50 сомов. Видишь, люди закупаются грецкие орехи. 50 сомов, это получается где-то в районе 46 рублей за килограмм. Интересно, да? Люди из дома привозят, сдают немного денег, продукты и домой. Тоталь, сама фирма. Вот так вот у нас замена масла. Делаешь замену бесплатно, здесь покупаешь обычно разные виды масел, любая жидкость, соответственно, фильтра и так далее, разного вида. Смотри, Костя, тоже любимая твоя тема, чисто по хозяйству. Водяные насосы, двигатели, на бензиновой основе, на электрической, шуруповерты, дрели, все есть. Цены поинтересовался, хорошие цены. Здесь не сказал бы, что дорого. Газонокосилка. Велосипедный рай с колясками, что ли. Внутрь заходить не буду. Велосипед еще и БУ, что ли, есть. Ходунки детские. Все детское. Посмотри, это наша национальная. Сапожки. Они бывают простые, кожаные, не кожаные, с начесом, не начесом. Вот это видишь, зимой, чтобы ветра теплые были. Так, ну, надевается вот галоши наши. Набор. Очень интересно. Есть, помнишь, я тебе показывал, короткие, кожаные. Как раз вот тебе нужно в Москве такой носить. Интересно, да, коричневый? Смотри, Костя, это вот наш национальный убор. Колпак называется. Это маленького размера для детей. Видишь, какие? Интересно, да? Разные расцветки. Вот это вот допу. Это вот национально. Раньше не так, вариантов не так много было. Сейчас много вариантов. Красиво, да, смотрится? Это вот для женщин. Это вот подарочный набор. Платки. Без платков здесь нельзя. Женщинам нельзя. Надо носить. И вот эта тема растет в горах. Они вот таким объемом, видимо, продают. В детстве ели. Ее счищаешь, как банан. Чикур. Это 80, вот это вот стоит. Это 50, чикур называется. Как банан счищаешь, а внутри то, что остается, ствол кушаешь. С кислинкой конкретно. Такая тема, знаешь, наша народная. Кафе Ларча. Порекомендовали, пришли тут перекусить. Пусковое мясо. Это вот урама, то, что ты знаешь. Это кебаб. Это куриное. Пока еще лето не наступило, а так, видишь, из камней выложили фонтан. Ну, чтобы какую-нибудь прохладу выдавать нам. В принципе, красиво. Смотри. Помещение, там, видимо, эти кабинки. Люди разные. Зимой. Кухня. Забивает аркипер. Вот топчаны. Вот топчан. Красивый. Розочки уже, видишь, как выросли. Это вот даже месяца нету. Ну и вот какое место. Симпатичное. Топчан. Человек 10 сюда помещается. Сейчас закажем, посмотрим. Вот я себе 0,7 порции заказал. Не полная порция, 0,7. Уйгурский лагман. Выглядит красиво. Да, запах вкусный. Кашгарский называется самса. Вот лепешка тоже красивая. Острый перец. Чай заказали. А это вот гуляш.
вот так вот выглядит. Брат, сейчас поедим. Да. Покушаем. Запомним. Все давно. На диете давно не ел. Сейчас диету. В сторону, на фитошке в поеду. Вот, с лагманом покончено. Сейчас вот кебаб. Очередь дошла до Sam's. Мы все тяжкие сегодня. Диета к черту. В сторону. Пожертвую ужином. Ужинать, правда, не буду. Попью чай просто. Тоже хороший самса. Вот так вот, Костя, поели на двоих, поели 600 сомов вышло, это где-то порядка 550 рублей, нормально так объелись, вкусно, так что вот так вот, тут вот место, парковочка, вот так вот, на сегодня это пока все, сейчас обратно поедем в санаторий.